Не считаем. Не считаем. Плюс к этому, вы еще говорите, теперь вот мы подождем, когда придут счета, и вот тогда, может быть, кто-то возмутится. Вот я, например, не понимаю. Вот 19-го провели, до 31-го числа, вообще какие-то делаются юридические шаги, знаете, о солидарности, которые говорят, вот написали письмо, какое-то обращение там или еще что-то. Я понял, о чем. Значит, что касается юридической стороны, сразу говорю, что митинг он как раз направлен на то, чтобы собрать граждан. На этом митинге, к этому митингу подготовлен проект резолюции, где власти ставятся не предложение, не просьба, а ультиматум, чтобы власть отказалась от тех бредовых идей по повышению цен. Естественно, ограничиваться теми акциями, той акции протеста, о которой речь идет, естественно, мы не будем. Возможно, да, а другие акции протеста. Сейчас мы сразу подчеркиваем, что у нас есть определенные требования, на определенные сроки и устанавливаем. Там будет в течение нескольких дней, на резолюции как раз будет поставлены эти сроки. Если в течение этих сроков власть не отказывается, да, мы оставляем за собой право проведения акции протеста. Причем акции протеста они будут носить не четко спланированный характер, да, там вот именно 19 числа, а здесь уже будет идти речь о том, что будут граждане выходить. Вот. Я как говорил, что многие готовы на несанкционированные акции протеста. И естественно мы хотим.